стройка в режиме онлайн. Возведение крупнейшего образовательного кластера в Подмосковье идет под постоянным прицелом видеокамер. С их помощью работы контролирует не только администрация округа, но и местные жители. Подключиться может любой желающий. Можно всю стройку видеть в онлайн-режиме. Камера даже имеет возможность поворачиваться на ту позицию, которая более интересна, допустим, нашим жителям. Монолитные работы завершены. Каменная кладка выполнена на 75%. Подрядчик уверяет, детский сад на 400 воспитанников в ЖК «Гусарская баллада» построит раньше положенного срока. В конце этого года, уже в декабре, все строительно-монтажные работы будут завершены, и мы быстренько закупим и установим мебель и постараемся запустить вместе с родителями и детьми уже в начале следующего года, в январе, наш детский сад в эксплуатацию. Школа на 2200 мест по плану откроет свои двери для учащихся в сентябре 2023 года. Санкции на ход работ не повлияли, сработала программа импортозамещения. Производятся монолитные работы и каменная кладка. Из монолитных работ 16800 тысяч кубометров бетона уложено 12200. Идем в графике. Начало августа, завершение монолитных работ. На строительстве школы трудится более 140 рабочих и 3 единицы строительной техники. Скорее всего, и этот объект будет завершен раньше, в мае 2023 года. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».